Доброго вам времени суток. Сегодня мы на Ким МЗМА ЗЛК. А сегодня тема у нас будет двигатели автомобилей «Москвич». Вчера вот я по фотографиям разбирался вообще, какие ставились двигатели. Вы это видели. Общий такой экскурс. А сегодня мы немного вольно обсудим два двигателя автомобилей «Москвич». Интересно, вы догадаетесь, что это за два двигателя, которые мы сегодня с вами будем обсуждать? А эти двигатели у нас такие. Первый двигатель у нас устанавливался на «Москвич» 400 и закончил устанавливаться на автомобиле «Москвич» 408. А второй двигатель устанавливался на автомобиле «Москвич» 412 и закончил устанавливаться на автомобилях «Москвич» 2141. А это двигатели у нас Opel и, как вы уже догадались, BMW. И сейчас вам объясню. Все мы прекрасно знаем, что «Москвич 400» — это Opel Kadett. Двоенный, на котором был установлен двигатель, соответственно, от Opel. Только технической документации не досталось на этот двигатель, и это была очень приближенная интерпретация опелевского двигателя. Дальше этот двигатель получил свое развитие и окончил свое развитие уже на модели «Москвич 408». Это была уже просто максимальная возможность развивать этот двигатель. И перед конструкторами, назначен главным конструктором по разработке нового двигателя был Окунев. Говорить о том, что был скопирован двигатель от BMW, а индекс этого двигателя был М115, впоследствии в 70-й М10, как бы неправильно. Это не копия, я бы сказал, что такое сочинение на тему. К разработке нового двигателя М412 Окунев приступил в 1961 году. А вот упоминаемый сейчас, и почему-то модная вот эта, конечно, тема, двигатель BMW М115 впервые появился на публике в 1962 году. Там, по-моему, начался выпуск в сентябре 62-го, а на автомобиле он, по-моему, устанавливался в декабре 62-го года. Вполне возможно, что Окунев, увидев новый двигатель году так в 60, например, третьем, свои первоначальные чертежи убрал и начал разрабатывать двигатель уже на основе BMW-шного. Но я бы это назвал скорее, наверное, сочинением на тему.
Поговаривают, что двигатель М412 разрабатывался в первую очередь для спортивных достижений и во вторую очередь уже для гражданских автомобилей. Если я не ошибаюсь, то двигатель М412 устанавливался на автомобиле «Москвич» с 1967 года. И надо не забывать о том, что копирование полного быть не могло без лицензии, а для того, чтобы была лицензия, нужно закупать, то есть, всю сборочную линию на этот двигатель. А в Союзе многое производилось исключительно с оглядкой на то, что мы можем сами произвести. То есть полностью скопировать мы вообще не могли. То есть в любом случае без лицензии могли быть вариации на тему. Никто же не спорит, что двигатель, например, «Москвича 412» и устанавливаемый на «Москвич 2741» в 1987 году двигатель 331.10, если я не ошибаюсь в цифрах, это один и тот же, по сути, своей двигатель. И получается, что опелевский двигатель с «Москвича 400» развивался до «Москвича 408», а так называемый BMW-шный развивался с 408-го «Москвича» по 2141. И тот, и другой двигатель, наверное, все-таки 412-й, более самостоятельный, нежели чем опелевский. Потому что это было всего лишь сочинение на тему. Вот, в интернете сейчас очень много технических рассказов, да, об этих двигателях. А я вам веду рассказ именно на основе истории. Конечно, без документов. Сложно об этом говорить, да, не видя документы. Но предположить возможно. То есть есть определенный хлеб, пища, да, для размышлений. Так вот, к чему этот весь рассказ мой? Не надо набрасываться с линейками на один и на второй двигатель. Нужно просто внимательно посмотреть, поизучать, пособирать информацию. Ну и сделать свои какие-то выводы вообще о промышленности автомобильной СССР. Ну и в частности о каких-то технических решениях. Потому что все было не так просто, как может показаться. В общем, вот такая вот у нас сегодня получилась история. Можете со мной соглашаться, можете не соглашаться. Но, по сути своей, достаточно интересно в ней попытаться разобраться. Чисто для себя, для истории. Ведь история-то, она бесценна. Спасибо вам большое за просмотр.